Виби нет осколков. А, это вы души сосали, что ли? Сосуны. Больше ярости. Так что, один РТД? Ну, вон там какой-то лок у нас был. А он там... Сейчас мне тоже надо набить. Я на силу атаки раздам. Там шерпесту по мастеру какие-то. Идите там на СПД, там кто-то там на хосту, еще что-то там. Таймер я запустил с этого момента, так как редфул. Так, а у Котласа этот, как его, доступ есть в цел, как 25 хм? Блин, турбо нет, плохо, конечно. Это ужасно. Как же я буду смотреть свой ДПС, если нет турбо? Не с чем будет сравнивать. Да нет, типа, МК не будет. У меня я и так, у меня не хватает крита. Так еще и без... Ну, Рэш, ты додашь, ну и какие раздашь? Я на силу атаки раздам. Ну так ты на меня МК кинешь. Тогда беру СПДшную. Ну, царь тогда идти. На хосту там, в банке идти. Угу, сейчас я в банке возьму. Че, я на себе ирокишну, наверное. Зеленые трусы поставлю и буду хостпот раздать. Так, еще раз, СПДшный у кого в мастера, да? СПД. Да с ума не выйти там, кто? Че, погоди, не кидайте пока сейчас. Везде обмен на СПД фласки. Все, кидайте. Блять, у меня сумка закрывается. Слушай, царь, Че? Сейчас, подожди. Вспомни, забудь. Везде обмен фласки. На СПД. Твои дотки, если критуют, у меня МК сработает? От любых критического урона любого срабатывает МК, да. Даже от хила. Хастпота как кто-то раздает, чини. Да, зеленые трусики эротишные. Кидайте трейд. Стою вот. Дикой не туда. Все, увидел. Дикой нет, пока не брал. Че, все? СПДшки закончились? У меня есть одна. Тебе дикой нужно, да? Да, да. Маликет. Ретикс Шэмон. Тебе что-то не нравится? Не-не, я смотрю пока. Все, так и надо. За убитсерком. Куда ты столк не купил? Так, еще хостпоты кому нужны? Дай им треть звездочки. О, звездочки, кто сам. Царь обезьян, зеленый там сидит. Фельдшер не кидала вроде. Кому фласки на СПД? Быстрее звезде обмен. Пока лавочка не прокрылась. Thank you.
Зидум, я дикой не взял еще сейчас. С ГБ возьму. Кому там дикой нужен царю обезьян еще третий? Алиса, что, слышишь? Я тут, но сейчас, секундочку. Я из-за тебя, блядь, не откатывается нахуй скиллы. Что молимся на то, что турбо зайдет. Войт. Рейль, чё ты молчишь? В смысле, Рейль? Подстава. В смысле, так ты лидера забрал. Рейль. Что? Так я не хочу так Рейль. Хочешь, я за Рейлю с ассистом? Не-не-не-не. Так Рейль. Ты про Рейль. Нет, ты. Нет, ты. Ладно, кидай лидера, давай, отправили нормально и все. Да я просто выпуск раздаю и плану покидаю. Чтобы насколько... Давайте вы... Чтобы ты не отвлекался. Я не буду отвлекаться. Не, ты на тебе лидера, значит ты веди, все. Без проблем. Вперед не идите, ловушки. Надо снять. Уже можешь снять. Лутайте, лутайте, трэш. Кольцо надо, пиздец. Все, две ловушки. Спите, кто-то. Я пиздец давно не танчил. Господа Фласки, обмен звезде.
Никто еще не брал распаряд фласки. Обмен звезде. Виби, ты брал, брал? Лачадан. Царь, молчишь? Так твой трейл. Ты чего ведешь, что ты? Кто тебе сказал? Я сказал. Ты же РТ поставил. Нет, вообще РТ поставил микстурка. Ничего не знаю. Ну давайте я рейд распущу нахуй тогда. Не, мне Войт сказал, дай на меня рейла, я дал, ну и Войт ведёт, я ведётся, тебе написал, правильно? Дай рейла, я буду раздавать лут. Так я и без тебя его раздам. Экономия времени. Сегодня я раздам. Что это значит? Я так понял, придется ролить, нет, да? Это же наоборот экономия времени, царь, чтоб ты не отвлекался. Я не против, я и так не отвлекаю. Я хочу на пункт. Ну какой пул, у нас одного тела нет. На тебе рыбка. Рыбу поставьте. Где моя рыбка? Кто рыбка еще не брал фласки, господа? Все, значит, мастер идет. Все, лавочка на СПД закрылась, сами виноваты. Фу, ребята, подека раздайте. Котла, что не хватает? Кулака. Кулак, подека. Фласки пропили. Последний чек. Фласку можно получить? Что получить? Фласк на Пэлл Войда. Кидай ему обмен. Mm-hmm. Хастпот у царя обезьян. Эл-Рэй. Котлас, шарпистул. Что? Я готов. А, нет, кулака нету. Фелшер. Хожу налево, кулак, ДК. Чё надо-то? Шарпистул, подтверждай. В смысле, у меня нет, ничего не висит. Вот, теперь есть. Вот, подтвердил. А муха споты, этот, то сам обмен, пожалуйста. Цели рыбу уж сожрали. Алиса Мейнтон. Ой, я пол прыгал. Дам серию по хилу блоку. Можно не озвучивать, что ты по хилу блоку. Шипы. Разбили шипы. Ты чё по Гере? И вы сразу должны были едать с пулу, блядь. Ее не дали. Керу. Шипы. Разбили шипы. Скоро вихрь. Шипы и сразу вихрь.
Разбили шипы, разбежали, заняли рейндж друг от друга. Ну так, чтобы шипы могли разбивать. Слушай, выходим. Шипы сейчас будут. Разбили шипы. Так, вихря нет уже. Ставили фреймбосс. Готовьте шипы. Шипы разбили. Шипы готовим. Разбили. Разбили шипы. Скоро вихер, готовимся. Слушай, выходит. Дальше. Алиса, готовься отдавать прожим. Шипы пошли. Алиса, прожим. Пиздец, я пул проебал. А у нас был скрытый пул. О, блин, тролль. А я не паладином. Осколок есть. Отдашь сразу пану. Рулим на танк. А через задон можно ролить, пожалуйста? 10% стоит. За 10. За 10. 10. А хотя не нахуй не надо. Отдай корпус. Наручи ролим. 10%. Перчатки на дру. Никому не надо на диса, да. Так, на дис тебе буду кидать, да? Че у Моторма? ГЦ-на? Так, блин, тролль 10% ролим. 10% говоришь? А почему 10%? А почему? РЛ решает сколько... Потому что это ПВП пуха. Тебе начинает затреть спех вообще. Это ПВЕ пуха для ретрика, я ее буду брать даже за пулки. Ладно, пока кто... Пока. Ладно, давайте, кто из вас троих у Матума Хажунулева и Котлас заберет? Хоть, блядь, хоть за 1000% я забираю. Ты я заберешь. Смотрим приоритет. Так, у Матума выше всех. Забираешь же 100%. Твое дело уже за сколько процентов, да? Ну, видишь, конкуренция если есть, то будет 100%. Ну, буду, блядь, в ПВП зато ходить. В ПВЕ буду хуйся. Ничего страшного. Бог, что у нас анхолик на том рейде. Анхолик, хорошо. Ой, пан, сорян. Ты там у босса, да? Куда вы повели мобов наверх, нахуй? Да, блядь, тут мимо, нахуй. Забирай, пан. Для нашего господина. Один остался, да? Нет ничего невозможного. Да. Ну, сейчас вообще будешь красавчик. У тебя уже чарки, камни есть, да? Конечно. Будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже... РДД, звезду заливаем. Подходи к звезде, если на нем нету стана.
Перед лицом больших не стоим. Череп! Череп заберите. Убегайте от меток. Это помощники. А можно один вопрос, кстати, по поводу бринтроля? Котлас и хожу налево, у них нету 15к ЕП. Тёма, насколько сказал, 15к ЕП ставится только на тринке, блять. И на шо там что-то? На тринке, на пуш. Что там на что-то написывай, да, шмот? Топовый. Не знаю, нахуй это, блядь, пороги было ставить, ну, блядь. Ну, по порогам просто... Тёма, ГМГ. Кто сколько отходил в рейды просто. Надо вообще не порог ставить, а ролл от звания в приоритете. Тогда эти звания садить вообще не будут. Пусть отдают ПВП пухи за фулгом. Это не ПВП пуха, еще раз говорю. Это ПВП. Только для... Ты так считай, как хочешь. Турачок на ретрике оденет. Я знаю, как ты хилишь хулипалом, блять, с какими печатями, мне хватает этого. Ладно, ребята, я предлагаю сосредоточиться на боссе. Мне похуй, хоть, блядь, за 0% отдавайте, мне посрать. Главное, но пронести рейд. Как ты нервничаешь, спокойно. Вы, блядь, разводите хуйню. Сначала говорите, я хоть за 1000 не позаберу, блядь. Отдали, отдали, а остальные пошли нахуй, не нравится. Все нормально. У него был приоритет. Помощнику станет. Был приоритет, он забрал. Все, просто конкуренция, если на шмотку есть, она в любом случае за 100 будет. Люди ее хотят носить в ПВЕ. Ты забрал, так как ты хотел ее получить, вот и все. Самое главное, что ты ее получил. Не, ну ты еще 500... Вайда забыл банк. Ну 1500 это много, давай за вторую цифру. Эту пушку в ПВП. 1500 это, блядь, за токены Т5, нахуй. Это нихуя не нормально. Ну линкани, блин, тролль. Говорит чат. Сколько там, какая цифра? 778. За 1500 ГП? 1200. Давай я буду отменять, там вот это все не трогай, ладно. Окей. Какая цифра говоришь? 778. А если бы челы типа не кинули ролл, было бы вообще 155, да? Да. Ну, изначально я хотел за 10 отдать. Я вообще не понимаю, нафиг нам ты нужна. Забирай. Да, мне в ПВП только. А говно в ПВП. Дошем, бис, надо. Не вижу в ладдере топов с этой пухой. Я тоже не вижу. Знаешь, топах, почему, блядь, с шемом. Ты ее не видишь, потому что все забыли себе кровавого цветения. Только мы. Ну, либо шем сделали себе. Ну, я Бокрус. Соло справа танчо. Я все сказал. Бокрус лучший вариант. Пару кавинар. Бокрус в танк спекается. Два ДКшника танчат слева. Протовар танчит справа. По какой причине я объясню? Потому что моб, который идет с лестницы, забирает ДК притяжкой. У меня нет макроса на снятие двух пух на ФДК, я его не делал и не буду делать. Если вы скачали, блять, аддон, вам его нахуй не надо. Две пухи долго одеваются. ГКД 2 секунды, пока я их одену. Пусть вихряют меня как рок. Мне похуй. Вот и все. Разбойники не снимают, я тоже не буду снимать. Две пухи это слишком долго. Можете написать макрос на снятие пух? Никаких макросов вам не надо. Просто будут контроль, давайте все. Прожимать сейф и билки. Слышь, ДК, снимай хотя бы одну пуху. А главное сливать зеленки нахуй. Остальное на друидах. Три друида должны за контролем.
Ну, сало еще. Ауру снимать. Мастер от темной магии, ауру на темку поставили вместо льда. Так, у нас два паладина, да? Это темки, а это... На второй фазе, когда мы переведем ее, паладин, который поставил на темку, то есть это маленький, поставишь на лед. Ой, сорян. Бокрус, твоя задача тянуть моба, который идет с лестницы, к остальным. Насколько Алиса у нас будет получать ГП, если будет проебана, либо что-то. У нас два шамана, один шаман. Не хочет, пускай хочет. Нахуй. Я потанчу с левой стороны, мне поставлю. Слышишь, что говорю? Че? У нас два шамана, один может один поставить. Тотем поставь, Лачудан поставь на отлет, льда. Фелшу ставить на эстолета там. Площадь ГП, извините, если будет проебы, я еще раз тебе сказал, не будет, все будет нормально. Еще вопросы? Бокрус, ты меня услышал, что ты делаешь? Мастер ауру не все сняли. Какой? Мастер темной магии. Защита темной магии. Кто еще не снял? Сейчас посмотрим. Котлас. Я не снял. Там Котлас, Бокрус, свечи голова. Далин, Фелшер, снимите. Молитва защиты от темной магии. Ну хилам можно оставить, чё это? Не надо оставлять. Друлевский бас. У вас есть аура, которая вам дает больше. Ну, не больше, она вам не даст в контроле. Так, бычья голова, Далин, Фелшер, снимите защиту от темной магии. Вопрос, Далин. Лапа тоже дает сопротивление? Лапа дает меньше сопротивления, чем, блядь, эта хуйня. Лапа стакается с этой фигней. А, или не стакается, не помню. Меньше стенных. Рчи на пул. Какой пати где? Первый 30 слева, наверное, второй 4 справа. Помогли с правой стороны залить трэф. Контроль 3 секунды. Босса играем. Ну вот, блядь, сказала зеленки нахуй снимай. Я её нажал, не буду. Ну теперь получай пизды окаянные. Трэш через 5 секунд. Готовимся. Ни одного потом нет. Трэш, контроль. Так контрольте магов и паладинов. Далфир. Рогу не убейте. По процентам следите, кто там. Мобов добили. Милики, ваш моб, нахуй. Трэш следующий выходит. Еще этот жив. С какой стороны Бокрус? Ну, он со мной танчится лестничный. Ахуй, он с тобой. Я не знал, он сюда приперся. Скажи ему перейти на другую сторону. На левую сторону, если смотреть на босса, Бокрус, перейди. Да, там мы, я, блядь, трэш заливаю быстрее, чем он справа. На... Я вижу, но до сих пор уже. Стоп по боссу. Убрали руки, трэш вышел. Ну, как вышел? Что-то не то. Вышел. Контроль 5 секунд, готовьтесь. Забери моба. Переводите босса быстрее.
О, Человек-пух, он вообще пушки не снимает. Так, он я же сказал, я не буду две пушки снимать. Ты молодец. Тебе сказали одну снимать, придурок. Ну-ка помолчите. В трэш переключились. Веру дали. Юка, ой, ну зад поднимай. Контроль 5 секунд. От духов бежать. На фул хп захилить рейд. От духов бежать. Контроль. Духи от пошли в мелизону. Джованни аккуратней. За духов будет 200 гп, ребята. Так что да, Линбер по Эл-Рею. Побежали от духов. Трэш, секунда. Бокрус, может, агрона... Побежали от духов. Побежали, милики. Бокрус, агрона бивай. На пулы в Бокруса все отдали. Биби распол... Трэш слили. Духи, духи. Джованни, спи 2 агрова. Аспер, распол души. Контроль. Не убейте своих. Побежали от духов. Бокрус, агрона бивай. Бокрус босса, блядь. Захил на фул хп. Быстрее, быстрее захил всех. Первую пати захил, чулана захил. Трэш через 3 секунды. Захил. У чулана холоберна. У чулана есть, да? Угу. Ну думай там. Бокрус, ты вообще бьешь босса, что ты делаешь? Почему ты агро не можешь пробить? Он все набил. Потом объясню почему. ТП? Что? Там ты духа взорвал. Контрольте, люди. Люди не взорвал. Духи Мелизона. Все на пулы дали в бокс. Фрустойку. Фрустойку, не зебни. Все, Вебинар. На пулы на Бокруса, но в Матуму сали. Он умер. Кто, Бокрус? Да, его не захил. Чулан, БР по Бокрусу. Захил на фул хп всех. Я умер. Че лежит? Трэк, собирайте. Контроль. Да помолчи, бейте. Не ловите духов, сейчас 7 гп получите. Чулан, дай бэк. Уже не надо, уже ложитесь. Ложитесь тогда, ебать надо. Ну давай, не отбежали от духа и взорвали. Это вот это надо читать, да? Не, не факт, что оно 100% дает. Да конечно, вот именно, блин. Плэджидан рядом стоял, у него дух взорвался, 100 пудов им не засчитало. Ложимся. Диваны раздайте. А, все полы мертвы, я понял. Вот смотри, твой Дон написал. Не отбежали от духа и взорвали его. Наждан 2, бычьи головы 2, Джованни, Сибривиль, Дальнич, Пустук, Малипу. Правильно? Если что, я смотрел по хилботу, я стоял в углу. Он в меня одного прилетел и только по мне понес. Пошел урон. На срез даем. Я никого не надамажил. Тадон не показывает неправильно, потому что при мне Джованни... Ладно, мне плевать правильно, неправильно. Вы будете отбегать от духов или будете получать ГП, и Т5 вам никогда не видать. Поехали. Как может, всегда, после рейда, нахуй, все споры, блядь. Ищите потом на видеоканале, блядь. Видео на канале Вайда, нахуй. Если, блядь, там видно, что вы не взорвали духа, нахуй, тогда снимается ГП. Вот этого пана успокой, чтобы он мне больше ВРК всякую хуйню не говорил в Дискорде. Будете убои нахуй взрываться, блять, а бомб нахуй мут уебут. Будешь убивать, не снимая зеленки, блядь, за напушками, блять, ваншотик. Будешь тоже ГП лутать. Я предупредил. А нахуй мне надо слушать в Дискорде, что он кричит там, долбоёб, сними одну пушку. Мне это нахуй не надо, ты мне сказал снимать две пушки? На следующий рейд нахуй, если кто-то не скачает ДБМа нахуй, с посылки, блядь.
Не будет сниматься пушки, блять, ваншоти, т.д. и т.п. нахуй, пеняйте на себя, нахуй. От ГП нахуй никогда не отмоет. Ты знаешь, что она не снимается с ДБМом по ссылке? Но у меня снимается почему-то, у вас... Вот две пухи у того ссылки, оно не работает. Снимается только одна пушка, еще раз говорю. Я сейчас, ребята, отдам мут. Будет говорить только мастер, и вы не будете с ним говорить в ответ. Ну пусть сначала проверит достоверность своего. Так я, блядь, проверяю нахуй на каждом бое, блядь, фуриком нахуй. В этом рейде мы будем бить так, как бьем. Ваша задача отбегать от духов. Из-за этого мы вайпаемся. Если вы следующий трай не отбежите от духов, то все, кого покажет аддон, будут получать ГП. Если кто-то скажет, что он взорвал дух и там никто не получил урон, как Шерпиступ, получит сотку. Фулл ребафы раздали, кроме Тёмки. Духа всего три, они появляются в случайном месте в комнате и секунду стоят на месте. В эту секунду вы должны начать бежать в любую сторону, где нет духов. Если вы это не будете делать, то духи будут взрываться по КД, и вы будете получать ГП по КД, пока мы здесь сидим. Так что давайте начинайте смотреть на экран, или будет много ГП. Почему Бокрус? Лачадан, чела. Интересно. Бокрус, после переходки, когда вторая фаза начинается, ты вместе с Алисой танчишь босса в центре. Лужа пошла. ЛПшки раздаешь по КД, чтобы ты был второй по агру, когда на ней будет 5 стаков. Когда на ней будет уже 5 стаков, ты должен быть первый по агру. Стоишь со мной, с левой стороны тянешь моба с лестницы. Дело в том, что если танка возьмет контроль, то агро обнулится в ноль. Может быть, его в контроль. Смотрите, он к ПО вообще не берет в контроль. Подожди. Предлагаю Илрею и ему. Я не раз не врал. Да помолчите, блять. Предлагаю Илрею и ему вопро напулить сначала на Бокруса. Алиса, просто стой и кидай ЛПшки, но не сильно, типа не прожимай ируник. Не, делается по-другому, вот всегда чтобы, нас сделали. Чтобы Бокрус был на первом месте и начал танчить босса, а Алиса была на втором и перехватила его. Здесь надо плавно перенапуливать и все. Бокрус монетка, ёпт. Присты разбафали Shadow Resist. Зачем? Это сделал Шерпистул. Извиняюсь. Снимите. Снимаем. Снимаем, снимаем. Саммервиль, The Doom, Эвинарс, Бокрус, Фелшер, снимаем Тёмку. Саммервилл. Ладно, похуй. Я просто макро сразу на баф весь всего рейда, сра. Фершел, ой, ну задом нахуй. Фелшер тут? Тут. Я не вижу на себе. Ну я вижу. Трэш через 3 секунды. Это же принципиально никто не идет. Ума Турмана за контроль. Босса пока бил. Не убить Ума Турмана нахуй, законтролить, блядь. Меня пан бил. Просто туннелил все время. Он долбоёб. Он тебя просто ненавидит. А вы не поделёте. Завязывайте. И ну как бы, если бы он не убил его, то бы у Матур... Завязывайте, базарить. Он бы никого не убил, потому что он был в контроле, на. Он меня притянул и фулл хп чуть не снес. Сука. Трэш добили быстрее. Пока Бэра не даем. Через 5 секунд трэш.
Моб взрывает. Дал стан. Босса вливаемся. Контроллер раздаем. Спать теперь, пожалуйста. Трэш. Не стопайте, пока. Все в трэш. Все, по боссу стоп. Контроль. Моба билики добили. С левой стороны моб. Переводите босса. Трэш выше. Там бэры откатили. Я вижу. Духи. Побежали. Танка прохил. Дух мили. Контроль. Фокус, подведи ближе, блядь. Геру дали, если есть. Духи. Дух мили, блядь. Чулан, бэр по Ума Турман. Сейчас трэш будет. Страшные. Диспелим проклятие. Духи. Заебал Джонни, мне должно идти. Духи. Духи. Прохил танка. Почему же они до сих пор в контроле, а не никто? Духи. Трэш. На пульте в Воклерсе. Духи. На трэш духи пошли. Контроль. На, сука, стан поебал. Прохил танка. Да, мастер сейчас бьёт. Духи. Подал ШВ. Ко всему нормально. Два БР есть. Духи. Алиса, пружинку. Трэш все. Все в трэш. А царь духа поймал. Контроль. Далин, бэр по задуму. Мысли. Я жив. А ты живой? Это духи другой лоб, я отбежали. Понял. Бокрус, готовься давать прожимку. Давай духи прожимку. Побежали духи. Бизона побежали. Трэш сейчас будет, готовимся. Духи побежали. Сука, не достаю дома. Трэш убили. Контроль. Духи побежали. Духи в трэше. Все видите сами глазами, просто говори духи и все. Ой, да ты за мной бежал, да там? Духи. Последний трэш и тупо в босса вливаемся. Еще духи, сейчас побежали от духа. Побежали. Трэш последний доливаем. Духи побежали. Все под контролем. Ну, видел. После контроля full DPS боссов.
Full DPS боссы. Пап. Духи бежим. Духи. Да уж чего. Не спиной бежим, сука, а бежим нормально. На трэш забили. Духи. Ребята, я отменяю всем ГП. Вот это нормальная игра. Такого я хочу видеть каждый раз с первого трая. Постарайтесь всегда так делать. Если вы не будете стараться, я это замечу, то я не буду отменять ГП. Так, квест. Ну что, так кто-то скажите. О, все, живой. Я 7 отменил. Так, значит. Да. Рулет. Нормально мне слышно, да? Ладно, я все равно продублировал, что сказал. А давай шарпистулу тогда. Либо сам ревелю. Будем шарпистулу отдавать. О, бог, кто такой Аспер, я вообще не знаю. Он дольше и дольше их в гильдии. Первый раз его вижу. Разве что он ник поменял. Отлагал? Да. А то я уже хотел комнату делать, блядь. Вот этот на трансмут там бесплатно, короче, если кому-то надо. Мы будем сдерживать орду, пока вы не подготовитесь к взлету. Пехота усмирителя, занять позицию. Кольцо. Ну, Войт забирает, походу. Ножками Аспер. Войт, уступи кольцо, пожалуйста. Нет. Да, ничего страшного, у тебя и так 100 тысяч хп. Войт, ты нихуя не танчишь, я танчу, блядь. Я... Алиса, я предлагаю бить трэш там. Шлем. И что там, в козырьках не нагребла себе шматья? Надо было еще ГБ у них вынести, Алиса. Че тебе? Плохо учил, получается. Ну, то вообще. Это... На меня мышка что-то так косячит. Это пипец. Может, из-за того, что ее активировал, это что она светится все. Ой, это дай кольцо за двойное ГП, пожалуйста. Ну, Алиса, хватит. Что за попрошайничество вроде? Ты же воспитанный человек. Ты же учишься в... Тройное ГП. Пятерное ГП. Нет. За десятерное ГП. Прошу. Тихо, секунду. Чё за нахуй хуйня? Чё за 10% ходит? 10%. Хорошо, он слишком добрый. Да, чё за 10%? Знаешь, первыми... Бойт, я заберу кольцо за фул нахуй. Дай кольцо, пожалуйста. Танки получают с хилами. Да, танки и хилы получают за 10%, если никто не ролит. И за 50% от общего. То есть, если он, ну, допустим, не танк, 500 ГП, блядь, танки забирают за 250, если кто-то... Я ролю на танка, отдайте кольцо, прошу. У него мейн танк, он по приоритету выше, он его забрал, все правильно. А почему за 10%? Так, кому еще муту ебать? Сними, не надо, все, потом просто разберем, все нормально, все
По правильному кольцу отдали. Царь. Я ебу. Вот нахуя ее было брать в гильдию, нахуй? Вопрос первый, блядь. Тихо, тихо, спокойствие, ребята, все. Если она даже не понимает, что она даже, блядь, не может, нахуй, понести какую-то ответственность за то, что она с гильдии ливнула, блядь. Да ладно, это просто Стёп, скорее всего, был. Че ты так, ты близко к сердцу все воспринимаешь. Стёп ливай с гильдии, ой, с рейда, нахуй. Успокойся. А что, она ливнула, что ли? Там пана тёмная. Я задумал, а есть у тебя еще? Я тоже хочу. Наверное, на успокоительных на каких-то сидишь. На дипам. Чай с ромашкой. Ему чулан там эту травки подкинул. Да-да-да. Все, давай, ну, вышло. Давай, короче, это... Давайте корабли. Танк и корабли запускаем. Все, хватит. Так, а танка кто? Бокус в танке. Она с гильдии не ливнула, он она ливнула только с рейдом. Он должен был не за 10% забрать, а за 50, как мы об этом поговорим. Войда, на роли, если она ролила с тобой, то значит 50%. Войда, мейн фурик, ты это понимаешь? Кто тебе сказал, Войда, что у него мейн 50%. Я спрашивал у Войда, когда он сделал себе шем, Войд сказал, у него мейн фурик. Войд, за 50% это кольцо. И кто бы, как я, типа, о чем сейчас спор вообще? Типа, сколько ХП начислили? Нет, спор, да. Канал вот есть лично, в Дискорде, то, там то, написано да. Все, что и сколько стоит. Можете прочитать. Так. Царь. Ребят, я не знаю, мне что-то мышка так сильно... косячат. Я даже не знаю, как я буду дальше. Сейчас погляжу, если что, попрошу на замену. Потому что реально жестко. Царь, ты сказал то, что... Да если я не знаю, блин, не прожимается нормально. Мне такое бывает периодически. Я тут раз вроде сделал ее. Сейчас опять что-то... Она у тебя проводная? Да, к сожалению. Взял же, ну, вроде навороченную взял, а толку никакого, блин. Хрустит. Потому что надо брать Logitech беспроводные и не париться. Да есть, есть такая, то надо, только не на этой квартире, к сожалению. Сейчас кто мастер собирает? Да. ГЦ, наконец-то. Алиса, понимаешь штуку мейн и штука, когда ты ливала с гильдии, понимаешь эту хуйню, да? Ну и... Войд ролил кольцо на офф. Ну да, и он на офф забирает мейн. Его, потому что у тебя ППР он меньше, нахуй. Да, и у тебя 3 как ГП за то, что ты ливал из гильдии. На танков и на хилов шмот отдаётся за 10%. По приору всегда тот выше, кто ролит на мейн. Алло, вы сами раньше говорили, ну, нет? Да, по-моему, это правильно. Мне это кольцо нужно как на мейн, и я его забрал за 10%. На хилов и на танков шмот отдаётся за 10%. У тебя мейн, ДД, алло, приём, чел, ты чё несёшь? Блять, еще раз говорю, я забрал его на танка, потому что оно мне надо на танка. А мне тоже надо на танка. Запускайте босса. Ой, не за 10%. У меня нет ДД-спеха, у тебя есть ДД-спех. Алиса, успокойся, Алис. Тихо, сейчас все порешаем, только не это, не кипишуй чуть-чуть, успокойся, все хорошо. Все правильно, Войд забрал себе правильно, но не за 10% должен был забрать, а за 50%. Вот это единственное, что да, меня не устраивает. Ну, должна была я забрать за сотку, если что. Ты не должна была вообще нихуя забирать из-за того, что наливала из гильдии, блядь. Нахуя вы спорите во время РТ, нахуй? Давайте начнем уже корабли бить. Ну, запусти, Войд, босс. Вот тупо. Нахуя ты сюда вообще ступала тогда? Зачем сидела бы там? Успокоились, что за это? Вы чё, блин, я не пойму, блин, там, людоедством занимаетесь или на острове необитаемо живете? Все мы люди, чего вы так общаетесь друг с другом? Все хорошо. Тихо. Так все мы люди, нахуй, ну нихуя бы такого не было, блядь. Да успокойтесь, все нахуй, блядь, и продолжаем рейд дальше, блядь. Я не знаю, блин. Давай, рычай, пошли, я уже устал. У меня шо, понедельник? Нет. Кто-то не с той ноги встал? Нет, ну не знаю, ну я встал вообще полшишо. Будем биться со смертельным врагом! Он, наверное, забыл, что на 19.00 ставил. Точнее, на 18.05.
Наверное, забыл на час перевести там РТ, когда ставят календарь. Алисе фулл ребаф раздали. Алиса даже не сделала ранец. Нормально, блядь. Похуя полетаю по тренчу. Короче, если она не будет танить сейчас здесь, я просто предлагаю ее кикнуть, и я, мне вот этот спор вообще ни о чем очень не нравится. А какого хуя человек... Замолчи рот, пожалуйста, я тебя прошу. Идет рейд, замолчи рот, пожалуйста. Че бы кольцо нахуй нахила бы себе забрал и сказал. Дайте ему мут, пожалуйста, ради Христа, мастер. Впервые в жизни прошу, дай ему. Я пока сижу, слушаю, ну блядь. Ух, меня сейчас это нахуй выбить. Здесь я целиком и полностью с тобой солидарен. За такую хуйню обычно кикают в гильдии. За бич шмот. За ш... Ну так-то. Я вообще... Трэш, заморозка. Готовим. Убили мага, добили дальних, вернулись обратно, прыгнули с корабля. Я прыгаю назад, осторожно там. Как хорошо было в РК, нахуй. Взял и въебал нахуй фулл админку, нахуй. Не берси ему за... Заморозка, готовимся. Перед лицом Бородина не летает. У него 24 стака, так что осторожно. Все, прыгаем на... Так и не справим. Готовимся к трэшу. Прыгаем. Прыгаем обратно. Вы, походу, еще в других гильдиях не были. Который, блядь. Башка. Сейчас просто рейд распадется, и мы никуда дальше не пойдем. Все, он распадется. Просто кикнется людей, которых не надо. С рейда, блядь, кто будет разводить споры, нахуй не нужно. Во время рейда, блядь. Рейд закончился, разберется, кто там что и кому дал. Я все люблю, даже когда во время, блядь, трая нахуй что-то пиздят, мне посрать, блядь. Ну, сука, не оры, блядь. Здесь Виталя, шо, на дуре? Мне кажется, капитан нашего корабля шепеляет там, не кажется так, а? Я шепелял, блядь. Охуженники, огонь! Давайте его акулам скормим. Хорош, ребят, все хорошо, и девчат тоже, нормально. Алиса, мы рады, что вернулась там, туда-сюда. Бля, за дом. Я напишу тебе адрес. Отправь мне, пожалуйста. Я вышлю, братан, окей. Прыгнули обратно. Сядь ты, кто в пушку его делал. Так, сейчас вернешься.
Так, ну, уже храпестулся. Готовимся. Разряжать. Не прыгай. Давай. Убили мага, сразу обратно все. Сразу в ту же секунду. Пушки, подождите. Пушки не добивайте, пока все не вернутся. Прыгнули обратно. Все, добивайте. Все живы, все тут, все заебись. Ша, посмотрим, насколько понапнулся Шерман. Это кольцо упадет вообще, нет? Не переживай, не... Бот тебя заберет на мейн. Не дождешься, царь. О, смотри, даже ему на осколки отдавать. О, плащик упал. 10%. Нет, не, не, не надо. Хотя не возьму. Это интеллекта ДК не надо, по-моему. Да плевать, главное, ловкость. Да это тоже. То же самое, что и... Ну, если никому не надо, отдай за 10%, какая да, разница? Да, там нет, есть АРП, а Гилла... Да нет, ДК бесплатно, он все равно он ее сменит. Ну да. 10% вот это вот, или бесплатно. 10%. Да это хуйня вообще бесплатно. На 10 сразу мне. А не, ой, назад надо. Я ее за 10% взял. Блять, когда это было? Вот эту хуйню. Вот эту хуйню можно. Я нахуя, в принципе. О, надо я хожу налево, без своей плащи. За фул. Чё брякнуть? Брякнул и чё? Бряк, бряк. Ой, Алиса, блядь, не доводи, сука, до греха, я тебе серьезно говорю. Бля, Алис, как ты не поймешь? Эл-Рей же сказал, ничего страшного, что забрал чешку Войд. В чем проблема, блядь? Почему даже человек, у которого забрали чешку, так не печется за нее, как ты, блядь? Потому что мне очень нужно это кольцо. Ну, очень блядь, нужно ты... было бы это кольцо, бы не ливало нахуй с гильдии, блядь. Понятно давайте, так? Давайте сурка убьем, потом я объясню, а что к чему. А как это связано, извините, пожалуйста? Очень просто. Еще раз говорю, давайте убьем сейчас сурка, и потом я объясню, что к чему, все по полочкам. Давайте, запускай на хабар. Фиби, ты тут. Виби. А этого, я думаю, мы без Виби убьем босса. Ты не надо, чтоб все говорить. Когда в демона спекайся? Ты начинаешь, блин. Без демона убить. Без демона, блядь, хочешь? Виби, ты тут? Там чулан Виби нету.
вышел, она в дискорде нет. Правильно, он вышел после такой херни. 8 минут в фласке, Виби, блядь. Виби принял готовность за дом. Виби тут, все, запуск. За дом. Да нормально, я тут, не переживайте, я просто писаться. Запустил. Торхран, выдвигайтесь. Герои, будьте начеку. Лебедь только что... Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Сейчас после сурка на трэше я вам все объясню.